На выставке представлено около 40 работ Александра Максимовича, созданные за 5 последних лет. Художника можно назвать необычным, ведь уже долгое время он живет с диагнозом рассеянный склероз. Однако это не мешает создавать шедевры своей рукой. Мастер не раз признавался близким. Живопись – это его жизнь. Он сильный человек по натуре. И будучи парализованным, он правая сторона у него совсем не работает. Так что пришлось ему переучиваться левой рукой. Он начал рисовать, писать картины левой рукой. А так как он не может сидя или стоя, так как он парализованный человек, и рука у него где-то процентов на 20 только работает, он пишет картины лежа. Любимый жанр Александра Максимовича – пейзаж. По экспозиции это понять можно сразу. Однако пишет не с натуры, скорее опирается на свои воспоминания и впечатления. Все полотна и образы яркие, насыщенные и живые. Глядя на картину, кажется, что ты и сам оказываешься в этом месте. Ему удается очень правдиво показать разные состояния, то есть там и времена года, и состояния разные в одном и том же, да, времени года. И ты какую-то такую прозрачную, набегающую, энергичную волну, да, там и морские пейзажи, и какие-то такие многоцветные осенние пейзажи, и вот такие звонкие по своему цвету, колориту, весенние пейзажи, то есть вот самые-самые разные изображения, в которых он передает такую, наверное, влюбленность свою в окружающий мир. Эти работы – наглядное доказательство. Возможности каждого человека безграничны. Убедиться в этом может каждый. Экспозиция продолжит работу до 24 декабря. Валерия Новикова, Владимир Ильин. Народные новости.